Я сейчас специально взял паузу для того, чтобы, во-первых, услышать, что в перерыве сказал тренер МИИТа Борис Панкратов. Во-вторых, узнали, что произошло с Екатериной Тарасовой. Напомню, что она получила на второй минуте игры, получила травму. Вот она выходит на площадку, значит, играть может, все нормально. Аня, влево! Счет 2-10 уже. Ультрас МИИТа негодует. Смотрим. Попировая скидка на Черепанову. Пробежка. Пробежка Черепанова. Тем временем у МИИТа, во время тайм-аута МИИТа была замена. Вышла Аня Бублик. Пока не вижу вместо кого. Вместо 23, вместо Строковой Маши выходит Марита Давыдова. Тем временем еще 2 очка забивает Строкова. Я занял место Мариты Давыдовой, где она должна была бы сейчас сидеть. Ничего. Она ругается на меня. Ничего страшного. Не ругается. А тем временем Тарасова после оказания медицинской помощи забивает 3 очка. Счет 5-12. Клыкова на Бублик. Бублик что придумает? Играет Татарникова. 2 очка мимо. Попервая на подборе. Отдает Толкачева. Толкачева сама. Остановка Тарасова. Нет. Скидка нужна. Есть скидка. Потапова 3 очка. Мимо. На подборе. На подборе бьют. Бьют по пировую. Бьют по пировую. Выходит Давыдова уже. Загораживает нам обзор. Давыдова выходит вместо Гордовой. Второй фол. Еще раз мяч в игре. Успевает ногой Татарникова сыграть. Тарасова. С фолом. Конечно, с фолом. Спалила Аня Бублик. Получила фол. Сразу же замена. Вместо Толкачевой вышла Мельникова Александра. Сейчас активизируется ее дедушка. Вот, смотрите, даже готов обратить на него внимание. Смотрим. Вы видели, вы сами все видели. Забила штрафной Тарасова второй. Поэтому дедушка дудел свою дудку. Бабаева без остановки. 2 очка. Попировая долго, Мельникова. 3 очка мимо. На подборе кто? На подборе Клыкова. Успела она с дуги опуститься, забрать подбор. Великолепно, Клыкова. Лево. Великолепно. Лево. На Марите Давыдовой спалили. Она будет бить 2 штрафных. Замена у Марки и у МИИТа. Вышла у МИИТа 9 номер. Вергилес Наталья. А у Марки ушла Потапова Виктория. Вместо нее вышла, сейчас я обращу, Смирнова Аня. Да, да. Первый штрафной мимо. Второй точно. Вяжут. 3 очка Мельникова. Нет. Пошла в проход. Мимо. Смирнова 2 очка. Мимо. Вергилес забирает. Не может вывести. Клыкова. Давыдова. Клыкова. Что здесь мешает Панкратов? Тем временем 2 очка забивает, если не ошибаюсь, Татарникова. Черепанова 3 очка мимо. На подборе опять Бабаева. Татарникова. Клыкова. Бабаева. Чуть не потеряла мяч. 3 очка мимо. На подборе кто?
Давыдова. Нет, прошу прощения. Клыкова. Давыдова. Играть Татарникова мимо Тарасова. Мельникова побежала. Сама. Пол, конечно, пол. Замена и у тех, и у других. У Марки уходит Черепанова, вместо нее Евгения Хатунцева. У Мита ушла Клыкова и Бабаева. И вышли, не обратил внимания, кто вышел. Вышла Строкова. И кто-то еще. А, и седьмой номер, конечно, Кульпекина Наталья. Точно, второй штрафной. Можно даже не думать об этом. Сколько раз свистнет дедушка, столько и будет забитых. Татарникова. Скидка. Нет, тут перехват Смирнова. Попировая. Тарасова. Три очка. Мимо. На подборе первая Давыдова. Пол, конечно. Конечно, пол. Замена. Очередная замена у Миита. Вместо Татарниковой вышла Гордова Людмила. Гордова. Кульпекина. Гордова. Пошла в проход. Фол. Фол по пировой. Замена. Вместо свалившей по первой вышла Толкачева Ирина. Давно не говорил счет. 8-17. Две минуты играть. Великолепно. Великолепно. Развернулась лицевую. Строкова забила два очка. Через руки Тарасовой. Это достаточно высоко. Более того, это очень высоко. Мельникова. Тарасова. Смирнова, Хатунцева. Спалили, спалили. Людка, все пробивается. Она там не опасна, не страшно. Все фолы будут пробиваться. Третий фол уже у Людмилы Гордовой. За четверть это много. Смирнова забивает первый. Смирнова заливает второй.